В этом видео я расскажу, как добиться огромного урожая огурцов, чтобы растение быстро формировало завязи и обильно давало плоды. Прежде всего, надо защитить растение от дефицита влаги и затенить по возможности. Чтобы влага сохранялась в земле как можно дольше, землю нужно замульчировать. Если говорить про мульчу, то здесь можно использовать любые средства – солому, перегной и даже хвойные ветки или опилки. Также стоит подумать про притенение огурцов, чтобы растение не истощалось из-за палящего солнца. Я советую взять обычную черную пленку, которую можно купить в любом садоводческом магазине. Еще один секрет для ускорения формирования завязей в больших количествах – это простое встряхивание пустоцветов. Эти мужские цветки не могут сформировать завязь, но на них развивается пыльца, и если встряхивать ее вечером, то на утро будет формироваться много завязей. Если говорить про подкормку, то ее тоже нужно делать обязательно. Я беру литр сыворотки, 10 капель йода и растворяю все это в 5 литрах воды. Такой раствор отправляю в опрыскиватель и обрабатываю огуречные кусты по листу и стеблям со всех сторон. Опрыскивание делаю по вечерам или рано утром, до восхода солнца, чтобы не возникло ожогов на листе. Подкормка поможет формировать новые завязи, даст растению кальций и калий, фосфор и магний, а также защитит листья и плоды от болезней и вредителей. Эти простые методы помогают выращивать огромный урожай огурчиков, и я советую взять на вооружение их все.